чуть-чуть. Ага. Вон Пантоша плавает. Сейчас мы им кормушку сделаем. Вот он, Антоша. Так, вылезай. Давай. Ты поставь вертикально. Вон тот уже полез куда-то на берег. Сейчас поставим вам домик, кормушку. А вот туда переведи, вот там остров, здесь поставим. Здесь еще старые норы есть. Пантош, иди сюда. Вон девочка твоя. Какой-то у нас там какая-то бутылка. Пошли исследовать водоем. Будем надеяться, что все у них будет в порядке. Притащить. Так, куда это вы все пришли? Ну-ка вылите отсюда все. Ну и как же без королевского оленя? Без оленьского короля. Вот так вот. Надо им плавучий островок получше сделать такой, чтобы корм они забирали, а не вороны. Ладно, продолжаем разговор.